В Одесской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили огромную партию оружия. Милиция задержала двух жителей Коминтерновского района, мужчин 55-58 лет. У них нашли большое количество разных патронов, гранат, детонирующих устройств, холодное и огнестрельное оружие, в том числе и охотничий карабин. В настоящее время в отношении владельца указанного арсенала открыто уголовное производство по статье 263, часть 1 Уголовного кодекса Украины. Проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению канала поступления оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории Одесской области. Изъятая партия оружия, которая явно тянет на огромную сумму, отправлена на экспертизу.